В Крыму появится детский театр из волшебных кирпичей. Идея уникального проекта принадлежит московскому режиссеру Никите Добрынину. Он решил поддержать мир искусства на полуострове. Вложить свой кирпич в создание нового театра в Феодосии может каждый желающий. Каждому, кто дарит театру волшебный кирпич, то есть кирпич для строительства волшебного театра, а этот кирпич должен быть обязательно творчески оформлен, там на нем должны быть какие-то рисунки, или хотя бы он должен быть подписан. Да? Вот этим людям мы дарим волшебный билет взамен. А волшебный билет дает возможность всегда ходить на наши спектакли бесплатно. Официально акция открыта только несколько дней. Тем не менее, уже собрано более 40 творчески оформленных кирпичей из всего мира. В Крым летят посылки из Франции, Германии и США. Первый спектакль для будущего театра уже есть. Сказку «Волшебник и дракон» уже видели многие россияне. А благодаря новым задумкам режиссера смогут увидеть и крымчане. Путь дракона – это некий путь человека, ищущего себя. Его сомнения, когда ему волшебник говорит: «Не подглядывай, пока я буду произносить волшебные слова», он подглядывает, ничего не получается. Это сомнение человека, ищущего свой путь. И как только он перестает сомневаться, начинает верить в себя, у него все получается.